Всем привет, с вами Демон Сталкер, и добро пожаловать на очередную серию по симулятору ютубера в игру Tycoon. Я немножко поиграл, сделал пару скринов, можете посмотреть на моей страничке, либо в моей группе. И у меня там было такое одно видео заняло 15 тысяч просмотров, другое 22 тысячи просмотров. И наконец-то я открыл. Вот. Смотрите, я открываю мультиплеер. И теперь я могу снимать мультиплеер. Но для этого, видите, сколько уже просмотров стало. Не только обычные вот видеоигры уже тоже становятся более популярными. Да, я купил новую игру. Она называется Grand Theft Vehicle. Типа не GTA, а типа GTV 5. И посмотрим, какую мне бы игру закрыть. Какую мне игру закрыть? Какую я игру закрою? Ух ты! Сейчас, секундочку. Пришлось отвлечься. Мне позвонили на телефон. Ух ты, меня порекомендовали. 444 подписчика. Пришло плюс 313 подписчиков. Класс. Канал больше уже, как хорошо развивается. У меня уже 8120 подписчиков. Да. Уже больше так. Скоро будет, наверное, еще больше. И 1367 долларов. Я уже даже не знаю, столько долларов стало. Куда тратить? Итак, значит, мы закрываем море. Меньше всего. Ну и давно пора закрыть его. Смотрим. На закрытие, похоже, дело пришло больше, чем предыдущий. Ух ты, хейтер, а? Проклятый хейтер уносит у нас 418. Не понравилось ему то, что мы закрыли. Море он любил, блин. Он, значит, любил очень море. Вот так, теперь мы идем с баньки. Заканчивается у нас 46-й день. Мы уже зарабатываем больше, чем тратим. А, вот еще. Во-во-во. А, я же забыл. Я забыл тейк сделать, да? Давайте.
Давайте сделаем два тега. Пока лана не делается, мы пойдем купим все-таки мультиплеер, если нам дадут. Дадут. Road Fighter. Дорожные бои 4. Ага. Ну а что, давайте купим. И первый летсплей мультиплеерной игре. Вот этот тег меньше интерес был. И столько заработал, это класс. Чем вот это. Так, меня порекомендовали. Ох ты, 6000 просмотров. Первый летсплей по мультиплееру приносит 6000 просмотров. Это... Такого нигде никогда не было. И нас опять порекомендовали. 482 подписчика к нам пришло. Это здорово. Так, следующий. Давайте опять. Второй летсплей по этой игре. Уже меньше интерес пас. Смотрим, сколько было просмотров. Ну, видно, конечно, меньше, но тоже неплохо. Ну, в два раза меньше просмотров. Ну, это здорово. И мы идем. Так, что у нас в карьере пока ноль. Так, дошли до мультиплеера, значит нам... Так, онлайн игры можно, ух ты. Но это попозже. Нам все-таки нужно еще здесь кое-что развить. Так, вот это я хочу. Вот это. Хочу посмотреть, что это. Там про ФБР написано или МИ-6, а ночные ФБР или не ночные, не знаю. Что-то непонятно, короче. Посмотрим, может даже в следующей серии. Так, ну что, мы идем байки. Два дня мы уже прожили. Опять новый тег. И давно у нас не было. Давно у нас не было дели влога. Есть интерес, да, есть. И не было давно видос. Тоже есть интерес. Про. Ну давайте про собачек. Смотрим. Ух ты, телеблок. Три тысячи просмотров. Чё? Почти 15000 просмотров, и ты из те видео по собачке не нравится. Кто-то меня порекомендовал, кто-то меня дизлайкнул. Ну, все равно я в плюсе. Я очень хорошем плюсе. Тег принес 11 тысяч просмотров. Вот это да. 11 тысяч просмотров тег принес. Это здорово. Ну давайте, да, по GTA, давайте, да, GTV, то есть.
снимем. ЛСП четвертый. Игры тоже надо развивать. Когда-нибудь, может, и летсплеи будут по играм. Столько же просмотров. Вау! Спасибо, чувак, Джейстон Джек. Круто. Вообще. Здорово. У нас 10 тысяч подписчиков. Юбилейный. Нам точно вот все, нам сейчас поспим и снимем специальный ролик на 10 тысяч подписчиков. Вот давайте даже вот тег снимем. Что-то тег на... О, мой first time, мое первое время. И сразу какой-нибудь это... Про картошку. Не, давайте это... Про новый кролик. Все для ради подписчиков. Ура! Ура! 10 тысяч подписчиков. Это здорово. Вот это тег. Тег уже 13 тысяч. Чего? Тебе не понравилось? Про кроликов. Ты не любишь кроликов, да? О, хейтер он носит у нас. Подписчиков. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Вот вам. И вот вам. Мои дорогие подписчики. Интерес, я смотрю, Roadfighter меньше. Ну, в принципе, я бы не сказал, то меньше. И у нас ровно 10 тысяч подписчиков. Отлично, опять. 49-й день подходит, у нас $1969. Так, ну не знаю, надо еще какие-нибудь это... игры покупать. Давайте закроем вот эту игру. Так, ага, у нас daily влога не было, да, в этот раз. Интересно, ага, вот 38-й эпизод по daily влогу. И сейчас купим какую-нибудь игру. Неплохо, неплохо. И вот это да. Здорово, 26 тысяч просмотров. Кто-то... тоже делал это видео по этой игре. Я говорил, то Дели... Влоги не смотрят. Вот как это не смотрят. Вот они. Так, какую вообще мы... Мне могут... Какую я могу игру купить? Я тебе уже не могу стримить. Может какую-нибудь еще мультиплеерную? Герои, что ли, третий? Или... Синглплеер. В Sigans 2. Это, наверное, какой-нибудь... Похоже на Sims 2.
А давайте, чего, почему нет? Будем стримить, да, будем, не знаю, летсплей снимать по Sims 2. Ну, в данном случае Sims 2. И посмотрим. Новая игра. Офигительные просмотры. Вау. Вот надо что-то новенькое. Надо что-то новенькое. 7600 просмотров. Здорово. Так, что у нас? А видео? Есть интерес по... Давай электрический мотор. Электрик мотор. Здорово, вообще классно. Ух ты. Это шедевр. Спасибо, товарищ разработчик, спасибо. Пишите в комментариях, что вы думаете об этой игре. Классная она, не классная. Нравится вам, не нравится. И не забываем ставить лайки, зарядочку пальцев, знаете, снизу вверх. Снизу вверх. И мы продолжаем, продолжаем, да? Сколько там? Ну, еще можно поснимать. Так. Так. Ну, идем спать. Что у нас в карьере? Ух ты. Давайте. А, во-во. Мы ее можем купить. Отлично. Давайте переспим. Так, и платим 50 баксов. Чё это? Ха-ха-ха, Marvel Loves. А про приедет ингредиент. Essence Fame. Activity. Time. Чё это? Максимальная энергия. И у меня потратилась энергия. Чё-то странно. Очень больно странно, но ладно. Видимо, это какие-то покупать эликсиры. Так. Ну, давайте. Все летсплеи. Может, уже люди соскучились по летсплеям. И у нас вроде, да, тег там надо записать. Так, второй летсплей по The Sims 2 приносит меньше. Пород Файтер принес достаточно много. И да, давайте запишем тег. Тег у нас приносит очень много просмотров. 10 400.
Непонятно. Так, смогу я еще что-то записать? Нет. Кончилась энергия, и что-то непонятно. Так, ладно. Опять у нас тег. Может, какой-то прикол, что ли? Так, записываем тег. Записываем daily vlog. Записываем. Про печеньки видео. Ну, этот тег меньше всего приносит просмотров. Ну, неплохо, неплохо. Вот это видео. 19. Чего? Тебе не понравилось про печеньки? А, ему не понравилось про печеньки. Как проклятый хейтер. Так. И давайте какой-нибудь. Давайте посмотрим. Третий эпизод, как нам принесет. Так, подождите, я могу теперь записывать не 4, а 5 видео. Чуть-чуть что-то насмотр. Чего? Им тебе не понравилось, ты чё, смотри, смотри, какие комменты. 10 из 10. Ах ты, хейтер, чё-то хейтер заатаковали нас. Ну, не ладно, неплохо, неплохо. Так, значит, мы 5-е видео можем снять. Давайте по ГТВ 5. Значит, мы или на день купили, либо постоянно. Что? Уже не так меньше смотрит. Хейтер, 3 раза подряд хейтер атаковали. Это жестоко. Даже для моего канала. Ну ладно, давайте пойдем на 53-й день. Так, пока нет ничего. А, X2 Faster Publication. Тоже интересно будет посмотреть и развить. Значит, тег. Записываем тег. Интерес есть. Daily vlog. Интереса нету. Так, муви. Так, обычное видео. Ну, давайте про карусельку и пока что закроем по ГТВ 5. Закроем. Отлично. Чего? Ух ты, отлично. Обломись ты, хейтер, я все в плюсе. Так, а, ну еще 2, наверное, точно запишу. Значит, постоянно будет. Либо, может, на несколько дней. Так, значит, какую-нибудь на новую игру. Значит, мы что закрыли?
У нас простых игр нету, да? Так. То не если некоторые мы уже закрываем, то навсегда. Так, непонятно. Так. Давайте про Worms. Хотя это мультиплеер у нас пока есть. А давайте обычную базовую, может, соскучились тоже по базовым играм. Есть такое, соскучились. Неплохо, неплохо. И давайте по мультиплеерной игре. Ну, уже просмотров, конечно, меньше, но прилично. Все равно он тоже отлично. Так, что у нас? Пока нет ничего. Ну и ладно. Ну вот, закончился 53-й день. Не забываем ставить лайки. Не проходите мимо, смотрите, пишите комментарии, нравится вам или не нравится. Всем удачки и пока. До новых встреч.